Салют всем нашим! Закончился первый учебно-тренировочный сбор, а наша команда вернулась в Минск и вместе с собой привезла в столицу Зиму. Более чем 2 недели мы следили за командой удаленно и, если честно, успели соскучиться по нашим ребятам. Поэтому прямо сейчас я отправляюсь в Тайки на тренировку, чтобы узнать у ребят, как прошел первый сбор и как проходит межсезонная работа. Уверен, это будет классный выпуск. Погнали! Вот они, отдохнувшие, загоревшие. Карло немножко офигевает от происходящего, от зимы. Первый раз снег увидел. Шпачок. Самый надежный вратарь нашего сбора. Дёня. Сыграл ровно 30 минут, но ни одного гола не пропустил. В то время, пока Макс пропустил 5, да? Костя пропустил тоже. Но ты самый красавчик оказался. Так получилось. Ну хоть один удар отразил от медика? Или никогда в тот момент вообще поворотом не били? Полуудар. Полуудар. Ну, да. Оно и хватило, чтобы сыграть на ноль, правильно? Ну, конечно. Человек, который подарил нам сериал «Бег». Вот он, благодаря которому мы следили на сборах за командой. Да, хорошо. Евген. Ну что, как будет, хорошо? Общались мы, тебе звонили после первой недельки. Да. Как в целом? Тяжело. Тяжело? Но продуктивно. Но продуктивно, да. Ну вот реально, наверное, был самый такой тяжелый сбор с точки зрения физической подготовки. Ну, я не знаю, это как бы... Ну, тебе есть чем сравнить в любом случае. Ну да, но из последних таких точно был тяжелый сбор, скажем так, уже закладывали физическую подготовку, скажем так. Блин, было тяжеловато, потерпели ребята все отлично, поэтому сейчас будем работать больше с мячом. Лариса больше не звонит? Не звонила? Ну-ка, давай проверим. Вот, набирает. У нас была история, когда мы снимали превью. Жека специально подписал меня Ларисе, чтобы все у нас классно было под историю. Видишь, до сих пор не переподписал. Да, вот все, вот теперь крест. Я Лариса буду до конца своей жизни для Жеки. Да. С кем жил на сборе? С Димой Бордином. Как Дима? Вон. Нормально. Он любит, парень помоложе, справился любит с тобой. Агент 007 посмотреть сейчас ночь. А ты что смотрел? Я спал в это время. Жека, как коллектив? Самый главный вопрос. Потрясающе. Все отлично. Я доволен вообще. Все великолепно. Но самое главное, когда коллектив в команде хороший. Да, согласен. Кто там сзади крадется, чтоб мне донал, блин? Лазик. Как здорово. Ни одной игры ты не сыграл. Да. Потом ты вообще уехал из Сочи. С коленом надо было разбираться. Немножко разобрался? Да, уже приступил так. Турции плюс-минус. Должен быть готов. Это самое главное. Так что, да. Вадик, давай здоровье. Привет, Таня. Я к твоей справа. Ничего не понял, да? Не понял, да. А по-русски как дела? Хорошо. А первая версия это была на белорусском языке? Он был Russian language. Yes. How are you? Good. How was it first camp? It was nice. We trained hard and now we rest a few days. Now we start again. But what about physical? It wasn't easy, but I'm getting in shape and I know it's hard for me now, but in Turkey it will be much better and when the league starts I will be ready. What can you say about your new teammates? But they are good guys. They was good to me. They tried to speak with me. They was friendly, and I'm happy with them. How do you think who is now is most crazy? Maybe Dioma, our youngest player. Maybe Dioma. Yes. Maybe yeah. Okay. Good luck. Thank you. Да не снимай, там 200, блин, на это. После выходного, да, зашкаливать будет. Да, не, нормально, спокойно. У Димы вообще хорошо. Братан, сейчас дадим, если знак, если хорошо будет, сейчас тебе... Можно снимать, да? Не-не-не, лучше не надо. Друзья, в Минское Динамо в новом сезоне будет играть новые экипировки. Мы возвращаемся к истокам компании «Салер», с которой мы сотрудничали более 9 лет. И вот прямо сейчас мы находимся на складе нашей базы, и ребята получают новую кипу. Будет. Вот Санька сегодня будет с иголочки одет вместе с Димкой, да? Саня, ты в «Салере» еще занимался, когда был в академии нашей, правильно? Да. Как тебе экипировка? Хорошая была? Я уже старую искал. Почему? Для чего? Ну, потому что вспомнил, что «Салер» был. Да. Может, что будет, ну, я тоже. А инициалы? Да. Вместе, да? Да. Зима. Интрига, интрига. Интрига матча. Что там «Салер»? Нет, не «Салер», а «Зигдас».
Барабанная дробь. Быстрее, можешь это сделать? Вот они, педали тебе, а? Все в магазин. Бро, слышишь, как с рынка иду? На рынок. Так, Сажданович. Съездил, закупился. Красавец, зато новый экип, это всегда круто. Сам поднимешь или помочь? Поднимусь. Давай, давай, правильно. Диана поднагрузила уже на опыте. Димон, улыбайся. Будем сейчас все снимать. Только матом не ругайся. В комнате повесишь, да? Вместо постера. Пошли, пойдем пока. Смотрите, Динамо ТВ. Попали. Пойдем посмотрим, что у нас происходит в тренажерном зале. А в тренажерном зале у нас молодежь. Кира. Тренажерчик разминается. Ложка. Опа, с резиночками. Оп-оп-оп-оп. Тиктокер главный. Чуть тиктокер сразу. Удалил уже, да? Да. Хорош. Прямой эфир только у нас всегда. Молодец. Правильно думать о футболе, а не о тиктоках и инстаграмах. Алексей. О, привет. Как же сдал? Да, отлично. Все хорошо? Да. Как сбор прошел? Было тяжеловато, но все, выдержали. Что за книгу у тебя в руках? Трудовая? Трудовая. Да ладно, уже все забираешь? Ну, такой тяжелый был сбор, наоборот. А, все правильно. С точки зрения нагрузки. Много слышали, что было реально тяжело. Ты как скажешь, как один из самых опытных людей в команде. Поначалу было непросто, особенно для меня. Я пропустил большой период из-за травмы. Но терпел и только для себя понимал, что мне будет лучше, если я сделаю всю эту работу, быстрее наберу форму. Бывали такие моменты, когда Диану хотелось проклянуть, кинуть в нее что-нибудь тяжелое? Она сидит рядом, поэтому он не может пока ответить. Всю правду говори. Не, было все нормально, отлично было, честно. Старые все эти болячки не беспокоят уже больше? Самый главный вопрос. Старые нет. Старые, слава богу, вот мы с Дианой работали над старыми, практически их устранили. Надо просто поддерживать этот тонус, да, и все будет отлично. Ну и главное, чтобы новых не было, да? Да. Все, да, хорош. Да. Ну как? Нормально. Все понятно. Так, что у нас в этой комнате? А что ты вообще? Максимка здесь делает. А? Что ты вообще снимаешь? Влог! Димка, соскучились по вам, рассказывай, как сбор прошел. Ой, тяжеловато. Много бегали? Много. Ну ты самый быстрый игрок. Это, в принципе, неплохо. Какая толку, если мы бегали, блин, сколько мы пробежали километров? 100? 150? Ну как это толку? Что значит толку, если ты самый быстрый игрок в команде? Потому что поле всегда пригодится. Не, ну это понятно. Ну там, 7 по 50 берем когда-то? Нет. Мне говорили, что это жестко. Надо попробовать. После какого я умру? После первого, второго, третьего? Я думаю, после второго ляжешь уже. Ну вот 7 по 50, это вот как бежать? Это вот на полной выкладке, правильно? Ты пробежал 50 метров? Ну ты бежишь 7 раз по 50 метров, и ты должен пробежать как можно быстрее. Сколько паузы между? Паузы нет. Нету паузы. Просто 50 метров бежишь 7 раз. Так, туда, 350 метров? Да. Блин, это жестко. Я тогда согласен, вопросов минуту, нет. Минуту надо вложиться. Минуту вложиться? Да. Это почти олимпийский этот самый. Да, комитет. Норматив. Комитет. Ну, в целом, как Сочи? Нормально. Сочи. Пойдет, да? Да. Сейчас пару деньков тут потренируемся, сыграем против Витебской Глушины. И потом пару деньков, ну сколько, 6 дней мы тут? Ну смотри, сегодня, пятница, суббота игра. Воскресенье, наверное, будет выходной. Правильно? Да. И там вот все, уже скоро и Турция. А это ты с нами летишь? Да. Да? Будем часто вас снимать, показывать. И фотографии. Вся лента будет в Диме Белоной. И Максим Плотник. Да. Не, ну Макса нельзя. Иван, присаживайся. Есть серьезный разговор. Сразу. Ну, баллоньки. Давай. Разные. Ну что, как жизнь? Это разговор серьезный? Да. Разговор за жизнь. Ну, хорошо жизнь, потому что обитаем с Александром. С Александром Чижом. Что я сейчас камеру не переверну? Можно было бы перевернуть там. Нет. Замазать что-то. Там сразу плюс 800 подписчиков. Не-не-не. Так, ладно, не смотрим туда. Как, жив-здоров? Конечно. Как после сбора? Да все хорошо. Пару дней еще отдохнули, сегодня потренируемся. Жена дождалась, нам главный вопрос? Конечно, дождалась. Слушай, ну она за тебя волнуется просто охренеть как. Я тебе расскажу, когда играли с медиком, был момент, когда ты гол забил. Угу. И было небольшое повреждение, стык какой-то. Да, да. Я об этом написал в текстовой трансляции. Минуты полторы проходят, пишет, что с Ваней, и куча вопросов. Вот чувствуешь, как она за тебя переживает? Ну, конечно, знаю, что она переживает. Всегда. Потому что жена любящая, да? Да. Передай привет.
И всем болельщикам Минского Динамо, которые... Всем привет болельщикам Минского Динамо и моей жене. Которые в субботу уже тебя будут ждать. На втором плане. Не, на первом, хорошо. Привет моей жене и всем болельщикам Динамо. Приходите в субботу на игру. Вот, они тебя уже будут ждать. Куча вопросов тебя ждет. Понятно. Говорят, Саша Ивулин, кстати, придет, Чеснок канал, так что... Не, ну есть же Саня Строк. Про... Вот. Слушай. Обнял. Кирюха. Вот Кирилл Вергеевич, самый серьезный человек в команде, который никогда на камеру не разговаривает. Один раз мы с ним поговорили, и вот, все, вот, собственно, убегает от меня. Когда мы с тобой поговорим? Сразу. Не сразу, когда сразу. Когда чемпион танцевать? My friend. Бро. Саня в порядке, чиж. Пришел видео? Да. Говорите, Александр Чиж, как вас? Как вы провели два дня? Как? Что? Привет, как провел два дня выходных? Замечательно. Съездил в KFC. Шева что-то грустит, смотрит на природу, снег. Шева думает сейчас, как с Леонидовичем побегать и выжить. Даня. Шураско. Да, и Шураско снимает. В Дубае. Даня, что, Шураско было уже? Как провел все два дня, как отдохнул? Как провел два дня? Вот, съездил с этим человеком. Да поверни. В Дубае съездили, отдохнули, буквально так, развеяться. Куда ты съездил? Где были? В Дубае были, брат? Сань, ты соберись, ты свою зарплату видел? А ты березу видел? Видел, хороший город. Хорошо, не Дубай? Тебя Сергей Петрович зовет. Ну вот так вот, на тренировку нам попал бывший генеральный директор Минского Динамо. Привет, слушай. Они бывшими не бывают, все равно все контролируют. Сергей. Бывший, все нормально, Максим? Ну, правильно сказал. Денис Григорьевич Поречин, наш тренер вратарей, мистер харизма, мистер талант. Как прошел сбор, Денис Григорьевич? Ударно. Ударно? Пацаны. Нагрузки большие были. Надеемся, что это все переварят и в сезоне. Знаком плюс. Все покажут, на что способны. Как коллективчик? Самый главный вопрос. Коллектив замечательный. Вратарский или общий? Общий. Вратарский – это отдельный вопрос. Потрясающе. Все в дружбе, взаимопонимание. Все хорошо. Вратари как? Работают. Работают. Как Костя Рудинок? Наш новичок. Хороший вратарь, качественный, профессионал. Коллектив влился. Но самый сухой оказался Дёня Шпаковский, подопечный. Если есть, то есть. Почему бы и нет? Молодым у нас везде дорога. Да. А вот обратно по большой амплитуде. Угу, по большой. Да, пошел левая ножка. Да. Хорош. Быстрее. Хорошо, давай, мяч под контролем. Что здесь происходит, расскажи. Мы работаем индивидуально с ребятами, которые еще чуть-чуть не доходят до общей группы. Но, в принципе, Кирюх, только до фишки работаем, хорошо? Угу. Там немножко просто себе пауза будет. С ребятами, которые в общую группу еще не попадают, но... Это Вергейщик и Лапун. Да. Но, в принципе, уже могут выполнять много работы с мячом. Продолжай. Да. Ага. Да, еще 15 секунд. Что сказать, пока мы не можем их в общую группу засунуть, в контактную борьбу, но в принципе, я думаю, еще несколько дней по Кириллу, и он будет полностью в общей группе, мы немножко его... Кирюха уже почти готов. Да, мы его немножко приберегаем буквально, вот, чтобы, не дай бог, не мышцы его рецидив нам не дала. Давненько мы его не видели в деле, да, быстрее бы восстановился. Ну, мышечная травма. Пауза, хорошо? Леонидович, да. А я по вашу душу. Вернулись вы в Минское Динамо. Ну, да, есть. Как прошел сбор? Все ли живы? Все живы. Хорошо прошел. Главное, что они все плодотворно работали. Понравилось и мне, и главному тренеру, и всему тренерскому штабу. Ну, ребята адекватно реагировали на эту нагрузку. Нагрузка была тяжелая. Плюс две игры. Но они показывают работу, которую выполняют на нагрузке.
Самое главное, что справились. Справились, все выдержали. Да, тяжело было, еще раз повторюсь. Молодцы. Будем здесь поддерживать работу дальше. Турецкие сборы продолжим. Кто у нас в команде самый выносливый оказался? Самый выносливый? Да. Да я скажу. Все хороши. Все, да. Правильно. Наши ребята отлично подготовились, заложили функционалку, теперь в Турции через игры дальше будут набирать. Пусть игры, да, пусть игры и подойдем уже к оптимальной форме. Отлично. С возвращением. Спасибо. Вернулись из Сочи в Минск, да? Да. А здесь снег, мороз. Снег, погода. Холодно. Холодно, да. Депрессуем немножко. Нет, мы довольны тренировочным процессом. Все проходит, как мы и планировали. Я думаю, что все будет хорошо. Красавчик. Почему везде разные? Ну, еще Телеграм есть, там тоже... Тоже разные. Тоже разные. Обещаешь, что сейчас поменяешь? Сегодня, да? Обещаю, сегодня. Но фотки еще нету. Хорошо. Хорошо. Ты если сделаешь хорошую, я сразу поменяю. Вот когда приедем, сделаешь. Договорились, да? Договорились, да? Все, давай. Друзья, вот такой получилась первая тренировка нашей команды после возвращения из Сочи. Я думаю, вы сами все видели, то, что у ребят реально хорошее настроение, рабочее настроение. И теперь мы ждем всех в субботу на товарищеском матче против Витебска, стадион «Динамо Юни». Начало 14:00. Приходите. Смотрите, «Динамо Юни». Хорошо.